Peggy 18. Тусент. Край вина и любви. Таким он мне и запомнился. Всем привет, друзья! И с вами снова канал Димонлайн и снова прохождение Ведьмака дополнения. Помните, да, мы в прошлой части с вами тут в этом банке Чингисхана какого-то там этого мелкого падла воевали, да? Так и не взяли ничего, деньги свои. Надо было подождать, наверное, недельку-то заявиться за баблом, а так получили херню. Зато проучили, ну, как бы такое дело. Так. Друзья, давайте мы с вами все-таки выполним в этой части дополнение, да, хотели в прошлой части дополнение выполнить, а выполнили дополнение, но не то, ну тоже неплохо. Так, все, пошлите, давайте не будем разглагольствовать и растягивать это дело. Поперли, друзья, навестим Гильома в лазарете. Кто такой, что такое, не знаю, сейчас посмотрим мы с вами. Что за гильем такой? Ну и запахи. Кто сегодня на обед в фазанерии? Фазанерии? Как пить дать? Чем-то воняет. А вот как венца тяпну, кое-что проясняется. Природа, красота, друзья, красотища. Так. Куда бежим-то? Где наш этот друг, друзья? Где кореш? Он не наркоман сейчас, он тут такая маковая посадочка рядом. Опа. Ведьмак. Нам надо срочно поговорить. Конечно. Дело очень важное. Я и пришел поговорить с тобой, друг мой. Как твоя рана? Заживает, но пока нужно держаться от неприятностей подальше. Правду сказать, по этому поводу я и хотел с тобой поговорить. Предлагаешь ввязаться в неприятности от твоего имени? Возможно и так. Видишь ли, есть одна девушка, собственно, дама. Мне кажется, кто-то наложил на нее злые чары. Или проклятие. С чего ты взял, что речь идет о проклятии? Сохрани, пожалуйста, в тайне все, что я расскажу. Я бы не был так откровенен, но я очень за нее беспокоюсь. Вивиенна избегает людей. Прекраснейшая из дев, она держит мужчин на расстоянии, поэтому я и решил прибегнуть к хитрости. А разве хитрость достойна рыцаря? На войне – да. А что есть любовь, если не война? Так что однажды вечером я притаился у дома ее швеи. А когда Вивиенна выходила, я наткнулся на нее, будто бы случайно, и любезно, но настойчиво предложил проводить ее до дому. Она позволила, и сперва все шло хорошо. Она согласилась возвращаться более долгим, но живописным путем, и в конце даже начала отвечать на мои попытки завязать разговор. Как вдруг с ее уст сорвался наистраннейший писк. Я застыл, как вкопанный, а она густо покраснела и бросилась на утек. В тот раз я не стал ее преследовать. Но я пробовал вновь к ней приблизиться, желая узнать, что происходит. Я боялся, что она угодила в какие-то неприятности.
И я заметил, что ночью она часто уходит в лес и гуляет на поляне недалеко от зеркального пруда. Иногда я пытался идти за ней, но каждый раз терял ее из виду. Она словно растворялась в воздухе. Так, уже интереснее, да? Расскажи побольше о Вивиене. Кто она такая? Она фрейлина при дворе ее милости Анны Генриетты. Ее мать тоже была фрейлиной, а отец рыцарем. Только это мне и удалось узнать. Княгиня злится, когда я о ней расспрашиваю. Вивьена все время проводит в стенах дворца. Но нам повезло. Ее нарекли покровительницей турнира этого года, и каждый участник сможет получить у нее аудиенцию. Только вот я в турнире не участвую. Придется, Геральт, придется. Я уже все обдумал. Ты займешь мое место, и у тебя будет шанс с ней поговорить. Я так мечтал выиграть на этом турнире, но ради Вивианны я готов пожертвовать чем угодно. Ой, бля. Давай. Задание необычное. Не каждый день я участвую в турнирах, чтобы выполнить заказ. Так что и возьму я немало. Я не слишком богат, но хотел бы вознаградить тебя по справедливости. Сколько ты потребуешь? Да, давай штуцарь, ёптать. Вивиенна стоит любых денег, но столько у меня просто нет. Ай, бычара. Слишком много. Для меня это очень важное дело, а ты надо мной откровенно издеваешься. Нет, мы не договоримся. Ну что ж такое? Ну придется, что-то не везет мне. Хорошо, я займусь этим делом. Звучит интересно. Я твой должник до гробовой доски. Теперь убедимся, что ты не вылетишь из турнира, не встретив Вивиенну. То есть? Не мог бы ты показать мне, как ты стреляешь, ездишь верхом и фехтуешь? Потом ты должен узнать правила и научиться их соблюдать. Разумеется, я верю в твои таланты. Но даже ведьмакам нужно упражняться. Да и хоть не испражняться, ёпты. На турнире требуют иных умений, чем те, что обычно нужны тебе. Скачки так вообще ни с чем не сравнить. Так с чего начнем? Фу. Можем начать со стрельбы. Пойдем со мной. В состязаниях стрелков ты соревнуешься с другим участником на очки и на время. Побеждает тот, кто первым поразит все свои цели. Надеюсь, я целюсь не хуже того Купидона, что подстрелил тебя. Не понимаю, о чем ты. Слышь, каменоломни Ардаиса-то проклята. Там с неба коровы сыпятся. Так, там коровы с неба сыпятся, а здесь надо стрелять. Ну, давайте. Бей в красное! Геральт, что ты как бык? А, туплю. Неверная цель! Очко сопернику! Пойдем охотиться на крыс. Так, сейчас, друзья, разберемся. Ну не стрелял же ж. Еще раз? Давай еще раз. Попробую еще раз.
Еще раз? Хватит. Хватит с меня стрельбы. Куда теперь? Если хочешь знать мое мнение, я бы на твоем месте прежде всего занялся верховой ездой. Давай займемся ездой, давай. Займемся верховой ездой. Плотва будет рада. Хорошо. Пойдем со мной. Так, друзья. Заезды на турнире отличаются от обычных скачек. Здесь у тебя не будет никаких соперников. С кем тогда соревноваться? Это бой с самим временем. На состязаниях маршрут начинается на арене, затем идет на поля и обратно на арену. А учебный маршрут для рыцарей здесь, за арену. Туда мы и пойдем. Так, ну что, ну скачки для Геральда не проблема, я так думаю. Тем более плотва у меня, ух, друзья, прокачана, так. Ну чё, долго будем бежать, нет? Все готово. Теперь послушай, потому что это действительно сложно. На маршруте расставлены куклы и щиты. Куклы ты можешь рубить мечом, а по щитам надо стрелять. Тогда тебе будет начислено дополнительное время. Ну, ё-моё. Звучит это, может, и не сложно, но поверь мне, многие рыцари проиграли в этом состязании и ушли с позором. Во время настоящего заезда твои очки будут подсчитывать судьи, но пока езжай спокойно. Так, конный бой. Зажмите кнопку атаки. Шевелись, плотва. Ой. Так, а чё, куда? Я вот ни хрена не вижу, друзья. Вниз стрелять, чё, что с ним делать? А, во, срубать голову надо. Прикольно. Блин, тут надо стрелять было, да? Пока затупил. Так, ну, в общем и целом можно. Поедешь еще раз? Я могу расставить новые куклы. Не надо, хватит. Хватит. Не хочу загнать лошадь до начала состязания. Куда теперь? Ну что ж, давай. С удовольствием разомнусь. Замечательно. Это будет пеший бой один на один. Каждый здесь упражняется на свой лад. Например, Рейнфарн сражается алебардой. Так, чё, куда? Пойдем со мной. Ты будешь драться в дружине вместе с другими рыцарями. Такие стычки имитируют настоящее сражение. Ага. В конце ты проведешь поединок, который определит твое место. Я всегда так любил поединки. Но теперь думаю только о Вивиене. В общем, хорошо вышло, что ты меня заменишь. Чувствую, сейчас я не смог бы собраться. Женщины, как всегда, мужиков вот так вот сбивают с толку. Был воином, а сейчас вот, эх, еб. Ну, долго мы тут будем бегать.
А подлость правит там, где некогда царила добродетель! Ты мне мозги не пудри, ведьмак. Я-то вижу, тяжко на службе с пустым брюхом. Здравствуй, Тарси. Ты должен знать, что я подверг себя исключительному испытанию. Этого даже на парикмахера не хватит. Не то, что на мои товары. Стань посреди учебного поля. Кто-то из рыцарей тебя вызовет. Я сейчас тут сделаю. Я выйду на бой, но предупреждаю, со мной шутки плохи. Ну что, показать? Рыцари мне еще. Хочешь еще поупражняться в бою? Нет, давай выполнять уже. Хватит с меня. Прости за прямоту, но самый простой ведьмачий заказ требует больше умения, чем такой бой. Теперь иди в шатер, где записывают участников. Слава славой, но и бумаги должны быть в порядке. Маг, будь рассудителен. Вернулся рыцарь бравый из войны с лихой забавой, а дамы что не ново, уж вышло за другого. Ой, блин. Так, друзья, сейчас мы будем с вами тут, я так понимаю, тут сражаться, да, знаешь, надо. Какой должен быть флаг княжества? Так, где тут какие бумаги заполнять ты надо? Хуй с ним совсем. Да и хуй с ним совсем, слышали, друзья? А. Миленько у нас, а? Это боги послали бедствие, чтобы покарать нас за наше прегрешение. И хуй с ним, друзья. А-а-а! Проклятие! Не я сказал, заметьте, сказал там какой-то чувак. Так, шатер. Давайте запишемся. Писарь. Писаревич. Эй, писарь! Приветствую. Давай. Хочу заявиться на турнир. Разумеется. Сперва уладим формальности. По просьбе Гильома я исследовал историю твоего рода с точки зрения геральдики. И какой ты получил результат? Ты можешь выступить на турнире как Геральт из Ривии. Вот так сюрприз. Либо как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемого. Не часто мы встречаем участника с двумя гербами. Какой ты выберешь? Так, друзья, ну конечно, какой... Ривиксом, конечно, Геральдом, чё за бред? Меня зовут Геральт, я не стану выступать под псевдонимом. Теперь можешь взять щит со своим гербом. Я ведьмак. Ведьмаки никогда не дерутся со щитом. Разве я предлагал использовать его в бою? Щит — знак участника турнира. Можешь просто взять его на память. В таком случае спасибо. Кто-нибудь уже описал тебе турнирные испытания, награды и торжественную присягу? Если нет, позволь, я все расскажу. Все уже рассказано давно. Мне кажется, о рыцарских турнирах я уже знаю все, что мне было нужно. Великолепно. Чем в таком случае ты хотел бы торжественно поклясться? Клянусь цаплей, что буду состязаться, уважая рыцарские добродетели. Вот так вот. Да помогут тебе боги в твоем выборе. Прошу, подпиши вот здесь и заполни эти документы. С моей стороны это все. Заменив на турнире Гильома, ты получаешь турнирные доспехи. Ёптуды. Да, блеск.
На время турнира ты также получишь шатер. Он находится рядом с ареной. Желаю успеха. Так, друзья, ну что? Вышли мы с вами туда немножечко. Записались. И чего там с вами? На стрельбище. Да, надо тулить. Так, пойдемте на стрельбище. Будем начинать проходить квесты. Хватит уже тут. Ведьмак не дуду. Хватит уже тут нам. Тушеные железы эндряги! Собачьи носы! Налетай, пока горячие! Так, друзья. Птичьи язычки! Ага, я понял. Мне это больше всего нравится, когда из звука стоит. Может, в этом году опять... Опа! Геральт, что в меня? Ты решил стать странствующим рыцарем? Шутки в сторону, я тут работаю. Тоже будешь биться? Еще бы. Сейчас буду стрелять против Райнфарна из Аттра. Видел его минуту назад. Страшно занят. Набивает себе нос фиштыхом. Вроде как, чтоб сосредоточиться. Это, наверное, не по правилам. Кто Нильфгаардцу запретит? Послушай, хочу тебе кое-что сказать. На состязании в стрельбе твой поединок попадает на такое время, что солнце будет светить в глаза. Да мне без разницы. Ну, приятного в этом мало. Раз уж тебе все равно ждать, сыграй со мной в линк. Выиграешь, я с тобой поменяюсь. Я южанин. Солнце мне не помешает. Какой гвинт? Никакого гвинта. Спасибо. Может, в другой раз. Ну, ты лишил меня забавы. Ну, хоть будет мне на что посмотреть. Думаю, сейчас уже появится госпожа Вивьен. Привет вам, благородные рыцари. Мне выпала почетная обязанность стать покровительницей турнира. Сражайтесь достойно, дабы я могла почтить одного из вас наивысшей наградой. Вот, интересно. Вы принесли торжественную клятву, укрепили свое тело и дух. И вот настал час выйти на арену. Так, друзья, надо тут стрелять почетче, да? Перед вами Хорм Акерспар, принц Мехта, брат его императорского величества и первостатейный смельчак. Он выбирает своей целью только голубые щиты. Против него новый участник, неизвестный прежде... Рыцарь Геральт из Риви. Вот так, друзья. Рыцарь Геральт неизвестный. Геральт вообще неизвестный парень. Да, в такой маске, конечно, брутальной мы сейчас. Только красные щиты. Давай, поехали. Пусть победит лучший. Поперли, друзья. Лучший победит, конечно, я так подозреваю. Так. Красный, да? Половину всех целей ведьмак убирает с дороги. Суждено ли ему выиграть или терпеть поражение, как многим? Геральт из Ривии вдруг... Вот так, друзья, в принципе, не напрягаясь, мы с вами все цели просто уничтожили. Геральтом в пух и прах разгромлен противник. Повержен, будто бы он грешник богопротивный. Ох ты, ё-моё. Вот награды, рыцарь. Арбалет. Твоим гербом. Офигеть. Поздравляю. Можно. Благодарю, госпожа.
Опа, круто. Давай. У меня сильно дрожит медальон, а это означает одно — магию. Боюсь, мое объяснение тебя разочарует. Все дело в духах. Их делала для меня моя чародейка. Ну, конечно, естественно. Проиграть такому противнику, как ты, в каком-то смысле тоже победа. Прими мои поздравления. Благодарю. Хорошая работа. Я тем временем узнал, какой шатер занимает госпожа Вивьена. Может, найдешь там какие-то следы? Ты прав, на Вивьене лежит какое-то проклятие. Я почувствовал это, когда она открывала турнир. Значит, не будем терять времени. Пойдем. Да, идем. Так, ну что, друзья, мы в шатер, да? Так это потихонечку крадёй, прокрадываясь. Я... Вот её шатёр. Ага. Загляни внутрь, а если кто-то подойдет, я заухаю у собой. Я понял. Так, ну чего, давайте. Явные следы когтей, не знаю, кто их оставил, но кто-то очень крупный. Как лента алые губы твои. Перо Иволги. Вивьена держит птицу в клетке? Если так, то не здесь. Брукс и Бетазанская соль. Из нее делают компрессы. Так, какая-то, может, она нас превращается в кого-то. Одежда исключительно темно-зеленая и золотая. Видно, не только йен помешана на цветах. Кто-то идет. Быстрее. Друзья, не успел взять. Да едеть колотить, ну. Ты должен был заухать. Позже поговорим. Идем скорее на турнир. Второй этап уже начинается. Господа, чего вы ищете в шатре дамы? Вдохновение? А ну пошли вон отсюда! Так, ну что, у нас садники, что друзья. Мы по вопросам турнира, ничего особенного. Ах, цвет рыцарства. Ребята, как на картине. Вот тут все вино, да вино. Огонь и глаза на вверх. Храбрые рыцари, благородные дамы, к нам прибыл цвет рыцарства лучший самый. Из дальних краев все с великой охотой прибывают потешить себя благородной работой. Проверим же, все ли участники с нами. Их имена воспевать мы готовы годами. Альмерин барон Лонфаля. Линос из Метины. Райнфарн из Сатре. Хор Макерспар из Мехта. Данимир из Труа. Ги де Буа Фресне, рыцарь княгини Анариетты. Дельвин из Крижо. Граф Тайлес из Дорндаль. Анси, принц Лирии и Ривии. И, наконец-то, самый крутейший из всех. Это Геральт из Ривии, друзья. Аплодисменты Грегуару де Гаргон. Славный молчащий рыцарь, чемпион прошлого года. Победитель этого года, дабы подтвердить свой триумф, сойдется в яростной схватке с рыцарем Грегуаром. Чье-то невежество требует, чтобы я комментарий оставил. Вижу, придется напомнить вам суть наших правил. Не будем ничего. Как ты смеешь участвовать в турнире для благородных рыцарей?
Моя мать, королева Лирии и Ривии Мева, произвела тебя в рыцари, а ты бежал из ее войска через несколько дней. Твое участие в этом турнире оскорбляет меня. А твое оскорбляет всякий хороший вкус. Если ты уже закончил, отойди, принц. Вот королева турнира Вивиенна, что вдохновит вас на бой непременно. От рифмоплет, мать его. Привет вам, доблестные рыцари. Пусть моя милость ведет вас, указывая дорогу чести, мужества и славы. Прими пожелание счастья, рыцарь, и сосредоточь все свои силы на турнире, и только на нем. Ваш час настал, пришпорьте скакуна, но чтоб вперед пробиться, удача вам нужна. Благородные дамы и их кавалеры, туча всадников резвых, ретивых без меры, обгоняя друг друга, помчится сейчас. Таково развлечение для страждущих масс. Пред нами славный Геральт промчится во весь дух. Скакун у него как ветер, а силы в нем на двух. Вот, эти рифмоплетские стихи мне по душе. Так, друзья, давайте поаккуратней. Блин, ну добняк страшный. Чё такое? Чё случилось, не понял? Ай-яй-яй, неудача. Хорошо бы с мечом всё вышло иначе. А чё случилось, друзья? Я вообще пойдем не понял. Со мной на пир. Подождем вместе Вивиенну. Выпьем. Не Медицу. Понял. Друзья, только начал и все. Чё случилось? Это глюк? Тю ты, ёб твою мать, налево. Хрень какая-то. Не, друзья, ну это не серьезно. Это как-то так паскудненько даже. Ну да ладно, хрен с ним, с этими скачками, с конями, рыгать хочется. Красота необычайная. Я не это имею в виду. Еще рано делать какие-то выводы. Я нашел пару улик, и вот думаю теперь, твоя Вивиенна часом не Брукса? Брукса? В смысле, упырица? Я пока не уверен. Вивиенна еще не скоро появится. Давай выпьем. Не, на работе я не пью. Твое присутствие на турнире оскорбляет мою честь. Я требую удовлетворения. Тогда тебе в ближайший бордель. Трус. Я вызываю тебя на конный поединок на главной арене. Да что ж такое, ну пристал как банный лист. Если тебе это так важно, я к твоим услугам. Скоро ты горько пожалеешь, что дезертировал из войска моей матери. Пристал ты, мать его, как. Да смоет пролитая мной кровь твою трусость. Давай уже разберемся, по-быстрому. 3, 2, 1. Ой, ё-моё. Не знаю, за какие грехи, но боги покарали меня поражением. Только не думай, что твоя трусость будет забыта. Зараза, ты опять за своё? Давай разберемся раз и навсегда. Я должен был покинуть лагерь твоей матери, потому что один человек ждал моей помощи. Я не мог. И не хотел ему отказать. То есть... Ты отправился с тайной миссией, присягнув никому не открывать ее сути, пока не достигнешь цели? Более-менее так. Не считая присяги,
и того, что я по-прежнему не хочу открывать сути этой миссии. Такое объяснение тебя устроит? Ты согласился выйти против меня и вел себя по-рыцарски. Я принимаю уверение человека чести. Я рад. Теперь я вернусь к работе. Не, друзья, ну это вообще не дело. Ну, конный турнир просто провалился. Просто глюк какой-то. Немножко съехал с дороги и все, что ли? Не могу успокоиться. Не, некрасиво получилось вообще. Сердце мое радуется, когда я наблюдаю этот прекрасный праздник доблести и чести. И вас, истинное воплощение рыцарских добродетелей. Однако часы сражений должны сменяться временем мира и покоя. Поэтому я приглашаю всех участников турнира на устроенный в вашу честь праздник. Если же кто из вас захочет уединения, для каждого приготовлен шатер. Ух ты! А состоится общая битва. Шатер кого-то можно звать, ну как бы. Лучшему из вас выпадет честь сойтись в поединке с чемпионом, со славным Грегуаром де Гаргон, победителем прошлогоднего турнира. Веселитесь на славу, но помните об испытании, что ждет вас завтра. Так, ну что, будем уже расследовать это дело. Хватит этих турниров, уже немножко притомила эта херотя. Иди за ней. Встретимся в твоем шатре перед испытанием. Помоги ей. Да как, конечно. А это ты, седой, все пялится на башню. Вена. Маньяк должно быть. Странно, я был уверен, что она здесь. Просто растаяла в воздухе. И эта птица... Брукса. Улетает. Попробую пойти за ней. Похоже, птица куда-то меня ведет. Так. Вопрос в том, куда? Блин, ну быстрее ты двигайся, ёб твою. Так, куда двигается-то? Ух ты, какое небо ночное, это прекрасное, друзья, собственно говоря. Ой. Что там такое? Ну обалдеть можно. Пантеры еще не было у нас, друзья. Блин. Где она? О, попёрла. А, вон она, блин, ни хрена не видно.
скотина. Да ё-моё. Отвлекай тут. Да сколько вас? Никак вы не научитесь. Улетела за холм. Быстрее будет пройти через пещеру. Началось. Пещеры. Ну. Ой. Ну давайте через пещеру, так через пещеру. Так, нам надо, друзья. Ага, вот наша с вами пещера. Так, нет, нам надо факел. Так, сейчас. Что-то дал. Бомбу дал какую-то, друзья. Ё-моё. Не то. Так, а как же выбрать? Блин, идиот. Да блин, где факел? Ничего не пойму, как его ставить. О. Наконец-то, все поперли, друзья. Бомбу потратил, как дебил. Ох ты, ёпки. Еще только этого не хватало. Я офигею. Госпожа Вивиена, ты рассчитывала, что я погиб? Да. Думала, ты такой же, как эти рыцари.
Любитель турниров, бессильный против настоящей опасности. Я ошиблась. Ну так это... Все-таки ты не Брукса. Никто? Я подозревал, что ты можешь быть вампиром. Ну, из-за некоторых деталей. Но я ошибся. Да и неважно. Ты часто бываешь на этой поляне. Ты прав. Здесь все началось. Раз уж я не смогла от тебя укрыться, то хочу, чтобы завершилось все именно здесь, на этом месте. И без свидетелей. Ё, а что делаешь? Что завершилось? Ты ведьмак. Тебя наняли меня убить, верно? Так что сделай это сейчас. И побыстрее, прошу тебя. Я не стану сопротивляться. Ведьмаки охотятся только на чудовищ и до не на всех. Ты не чудовище? Ух ты, ё-моё. Что же я тогда, по-твоему? Скорее всего, ты была проклята. Еще не знаю, кем и почему. Но надеюсь это узнать. Подожди, я не понимаю. Раз никто не давал на меня заказы, то откуда этот интерес? Гильон тебя натравил? Он хотел помочь и попросил меня об услуге. Но если я могу тебе помочь, я и сам сделал бы это с удовольствием. Почему я должна тебе доверять? Мне доверяет княгиня, я тоже выродок. И такие случаи для меня хлеб насущный. Выбирай, что больше нравится. Ты не используешь мою историю против меня. Пообещай, что никому не расскажешь. Тебе нечего бояться. Я хочу тебе помочь и ничего никому не скажу. Если только не решу, что без этого не обойтись. Хорошо. Я повторю, что мне когда-то рассказывала мама. Когда она носила меня под сердцем, они с отцом часто проводили время на опушке леса, на этой самой поляне. Мама обожала пение иволги, гладила живот и говорила, как бы я хотела, чтобы моя доченька была так же прекрасна, как эта птица. Но в лесу жило существо, которое завидовало счастью моих родителей. Однажды оно явилось и сказало, что весь лес принадлежит ему. И никто не смеет здесь радоваться без его соизволения. Чудовище захотело платы, а когда родители сказали, что у них ничего нет, ответило, что заберет их нерожденную дочь. Что случилось потом? Сначала ничего. Я родилась обычной девочкой, и родители забыли об этом происшествии. Но когда мне исполнилось 15... начало проявляться проклятие. Сначала только в полнолуние. А теперь дошло до того, что даже днем я использую магическую мазь, чтобы выглядеть обычно. Поэтому я подумала, что мой секрет раскрыт, и тебя наняли меня убить. На самом деле, когда я шла сюда, я уже примирилась со смертью. Может, лучше умереть, чем обратиться навсегда? А я думаю, что грозит мне именно это. Да ведьмак сделает все, что нужно. Возможно, проклятие получится снять. У меня был случай с бароном, которого обратили в баклана. Ну, я баклан это вообще жесть. Излечить. И ты смог бы сделать то же самое со мной? Ничего не обещаю. Твой случай очень сложный. Ты была проклята еще до рождения. Кроме того, как ты говоришь, симптомы прогрессируют. Можно попробовать перенести это проклятие на другого. Что? Это исключено. Я не стану подвергать опасности невинной жизни. Это единственный способ? Единственный и абсолютно безопасный. Значит, есть и другой? Есть и другой. Древний ритуал с использованием яйца иволги. Он должен навсегда освободить тебя от проклятия. Но может иметь для тебя очень серьезные последствия. Последствия? Какие? Чары наложили еще до твоего рождения. Ритуал перенесет проклятие с тебя на невылупившегося птенца иволги.
а ты освободишься. Но, возможно, ты проживешь ровно столько, сколько обычно живет Иволга. Земли? Понимаю. Не бывает розы без шипов. И счастливого конца тоже не бывает. Но я даже о таком не мечтала. Идя сюда, я была готова к смерти. А ты хочешь дать мне 7 лет настоящей жизни. Это нетрудное решение. Я согласна. Конечно, согласна. Без колебаний. Понимаю. Но пока рано принимать решение. Подумай еще. Подумаю. Меня, наверное, уже ищут на турнирном поле. Возвращаемся? Конечно. Да, давай вернемся, но разве ты... Ах, правда. Не могу же я появиться там в перьях. Подожди минуту. Ой, друзья, вообще жесть. Но прикольно. Оригинально, как минимум. Ох ты, ёпты. Не, ну так лучше, значительно, однозначно. Как бы тут уже как бы полномочия. Ты можешь контролировать свой облик? Нет, но я обнаружила, что вода из этого пруда помогает. Действует недолго, но всегда. Хм, интересно. Пойдем. Вот такие, друзья, дела. Вот оно в чем проблема, да? Мы думали Бруксы, там еще какие-то чудища, а тут птица, ё-моё. Ой, как тяжело быть Геральдом, наверное, друзья. Все время какую-то хрень надо видеть. Ты что-нибудь узнал? Да. Ну так говори же, ведьмак! Я с ума схожу от беспокойства! Что с ней? Она просила меня сохранить тайну. Но я желаю для нее только лучшего. Может, я смогу как-нибудь помочь или хотя бы утешить ее. Лилиена открыла мне свою историю по секрету. Я поклялся, что никому ее не повторю. Но я же не абы кто. Я бы все для нее сделал. Это я попросил тебя ей заняться. Ты не можешь меня вот так отстранить. Мне очень жаль. Думаю, со временем Вивиена поймет, чем тебе обязана. А пока что просто запомни. Не весь мир вертится вокруг тебя. Не смей меня поучать. Не такой помощи я от тебя ожидал. Еще и место свое уступил тебе на турнире. Теперь вот жалею. Ты вообще состязаться собираешься? Не, ну ты посмотри на Глёш. Ты договорился с Вивиеной у меня за спиной, до турнира тебе и дела нет. Да ну как это? Конечно, закончим. Я не меняю принятых решений. Я приму участие в последней схватке. Вивиена все равно занята до конца турнира. И верно. В таком случае встреться с остальными рыцарями из твоей дружины. Они сейчас у входа на арену, недалеко от учебного поля. Угу. Понял. Спасибо. Так, друзья, я тут так подумал, немножко затянул я, наверное, эту серию уже, да? Я предлагаю сейчас с вами, наверное, закончить. Мы уже знаем состав обеих команд. А, или может не получится. Я капитан твоей. Это значит, что во время боя ты должен слушать меня. Ясно? Дружину противника поведет Пальмерин де Ланфаль. Этим боем мы вспоминаем битву 218 года под Лисьими Ямами, когда разбойничья ватага южан под началом Халлора Бурова напала на Тусен, а рыцари отбили атаку и тем создали прецедент. С той поры странствующие рыцари стерегут границы княжества. Пальмерин вытянул короткую соломинку. Значит, его дружина будет за варваров. Вопросы есть? Нет. Не думаю, что ты нам хоть на что-нибудь сгодишься. Ты понятия не имеешь о рыцарском поединке. Ну ты посмотри, но а. Постарайся не мешать.
Время пришло, судари мои. Берем оружие, выходим на арену. Ну, вперед, друзья. И не получится закончить серию на этой ноте. Значит, будем сражаться. Ну, что делать? Как? Арена представляет командные бои. Покажут две дружины умения свои. И мира здесь не будет, пока одна из них на землю не повергнет соперников своих. Кому же добродетель в сражении не указ, пускай навеки проклят, тот будет сей же час. Раз я о всем об этом уже поведал вам, хочу почтить приветом цветник прекрасных дам. Эта битва решит, кто сойдется в финале. Остальным же в удел суждены лишь печали. Ну, друзья, поперли. Че дело? Победить дружину противника. И начинаем. Так, ну посмотрим. Без жалости! За княжество! За княгиню! Ух ты, ё-моё! Вот тот дал. Ну давай. Ух ты, ё-моё, друзья, надо не пасть в бою, будет не прикольно. Ты ж ё-моё. Они вообще дерутся, те парни, или нет? Весьма. Таких ожесточенных боев не видел свет. Ведь бились на арене лишь те, в ком страха нет. Как в жизни победителем зовут лишь одного. Сегодня выиграл лучший. Приветствуем его. Ну так-то, друзья. Пальмерин де Лунфаль и Грегуар из Гаргоны будут биться за титул во славе рожденный. Сударь Геральт с сильнейшим не смерится силой. Хоть надежд было много, очков не хватило. Да как так? А всех тех, у кого уже сил не осталось, ждут шатры и напитки. Это подстава. Сладость. Да и хрен с вами, ёпчёмок. Здравствуй, госпожа. Ты решилась? Да. Я не изменила решение. Я никого не хочу подвергать опасности, а потому выберу способ с яйцом. Если нужно яйцо Иволги, я знаю, где его искать. На моей поляне есть гнездо. Погоди минутку. Можешь объяснить, в чем заключается ритуал? Да, но у твоего шатра вдруг выросли уши. Покажись, Гильем. Я слышу, как ты дышишь. Я знаю, что это ты. Что ты тут делаешь, рыцарь? Это личный разговор. Геральт, что это значит? Ты с ним что-то замышляешь за моей спиной? Ничего я не замышляю. Это он меня нанял, но дело касается тебя, а не его. В любом случае, я его не приглашал. И очень удивился, что он пришел.
Я здесь, чтобы служить тебе, госпожа. Я к твоим услугам. Я сделаю все, что ты пожелаешь. И что, это все? Все, что ты можешь сказать? Ну, собственно, да. Так сделаешь все, что пожелаю. Хорошо же. Слушай, ты выйдешь сейчас из этого шатра, развернешься к северным рубежам княжества и будешь бежать, пока турнирные поля не скроются из виду. Вернешься ты лишь тогда, когда остынешь, и навсегда оставишь меня в покое. Ты понял? Вот что значит быть дотошным. Госпожа, ничего хорошего не приводит. Твое несчастье. Я хотел, потому как ведьма. Прочь, сейчас же! Ты говорил, что я могу тебе доверять. Я не сказал ему ничего, кроме того, что он и так знал. Он тебя нанял? Ты должен был отчитаться перед ним. Но это не его дело, Геральт. Это моя жизнь. Ты уверена, что поступила верно? Не слишком ли быстро ты отвергла его помощь? Без него мы не проведем ритуала с отражением в воде. Для него нужен тот, кто по доброй воле примет на себя твое проклятие. Неужели ты думал, что я соглашусь на подобное? Нет, Геральт. На лужайке ты говорил о ритуале, который не требует участия восторженных рыцарей. Я бы хотела воспользоваться им. Ну, поперли, что искать? Надо поискать птичье яйцо. Лучше всего яйцо Иволги. Ритуал сам по себе не сложен, но я тебе говорил, какие будут последствия. Ты все еще хочешь это? Да. Давайте, вот, друзья, давайте, поперли. Но прежде чем мы пойдем, скажи, что станет с птенцом? Нам придется разбить яйцо. Не всех ждет счастливый конец, ты сама говорила. А исполнение мечты требует же. Я знаю. Хорошо, пойдем. Ой, друзья, да, такая длинная у нас получилась, да, затянутая немножко, но довольно-таки своеобразная миссия, дополнительная миссия, ну. Ну, попёрли, раз пришли, коль не шутишь. Нет! Гнездо нашла пантера! Отойди, я этим займусь. Яйца упали на мох. С ними все хорошо, но одно треснуло. Оно годится? Вполне. Что мне делать? Соберись. Держи яйцо и повтори за мной. Мунна Гендехрау, Мунна Финнерат. Муанна Гандерау, Муанна Финнерат. Муанна Гендерау, Муанна Финнерат. Муанна Гендерау, Муанна Финнерат. Thank you.
Зараза. Геральт, смотри! Смотри! Боги, я смогу ходить на балы. Я поеду в Оксенфурт или даже в Новиград. Спасибо, ведьмак! Благодари, Гильон. Это он меня нанял, чтобы тебе помочь. Да, ему я тоже благодарна. Ты передашь ему, хорошо? Хорошо, я передам. Прощай, Вивиана. Так, друзья, все, да? Выполнили. Так, а давайте-ка мы с вами уже переоденемся. Нормально оденем доспехи. Кумарит эта фигня меня, если честно. Так, вот такое, например. Тридцать два броня. Тамаску уже, если честно, достала. Вот, хорош. Ну где конь-то, ё-моё? Где ты, друг сердешный? Попёрли? Попёрли, заканчивается это задание. Чё-то я куда-то... Стой ты. Отдохни. Но. Пока выберешься с этой херни. Боже, что кабаны? Ах ты ёб, нифига себе. Боднул. Кумарите вы уже. Погнал, давай резче уже. Закончим с этим заданием. Уже как-то, друзья, хочется основную сюжеточку продолжить. Я же там и забыл даже, что нам надо. Надо набрать. Любовь моя, клянусь, я выиграю турнир с твоим именем на устах. А
Геральт, что с Вивиенной? Я снял проклятие. Правда? Теперь все будет хорошо? Она поправится? Вивиена выбрала то, что хотела. Теперь она свободна. И мне кажется, счастлива. Без меня? Ты помог ей, но это не значит, что она должна была тебя полюбить. Как любит говорить мой знакомый поэт, если кого-то любишь, позволь ему улететь. Знаешь что, Геральт? Вот, возьми плату, ты ее заслужил. Оставь свои советы при себе. Прощай. Есть ведьмак? Нет проблем. Спасибо, что вы приехали, господин. Так, друзья, наконец-то мы выполнили свой момент здания. Ой, даже заговариваться начал. И давайте тут немножко пособираем. Достойно есть и справедливо, ведьмак, что на призыв досточтимой княгини ты прибыл. Удачи на охоте, ведьмак. Пособираем немножко жратвы. Солнышко наше ясное. Это нам всегда пригодится, друзья. Так, ну чего? С честью, это ведьмак, который спасет нас от беды. Ну хоть кто-то говорит в тему. Так, ну все, подсобирали немножко тут еды. Достойно есть и справедливо, ведьмак, что на призыв досточтимой княгини ты прибыл. Вот, дорогие друзья, я хочу с вами попрощаться. Прошли мы наконец-то эту миссию, довольно такую интересную, длинную, своеобразную. Но немножечко притомила меня эта вся суета. Поэтому встретимся с вами в новом прохождении. С вами был Димон на канале Дима Онлайн. Всем пока.